В 2018 году для тех граждан, которые собираются реализовать свое избирательное право на выборах губернатора 9 сентября не по месту регистрации, процедура голосования упрощена. Теперь не нужно брать открепительное удостоверение. Достаточно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это предполагает так называемая система «мобильный избиратель», которая хорошо зарекомендовала себя на выборах президента. 9 сентября 2018 года, единый день голосования, состоятся выборы губернатора Московской области. С целью реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, которые имеют постоянную регистрацию на территории Московской области, будет работать система мобильного избирателя. Эта система себя очень хорошо зарекомендовала на выборах президента Российской Федерации, когда любой гражданин Российской Федерации, имеющий постоянную регистрацию на территории Московской области, сможет оформить заявление и проголосовать 9 сентября по месту своего нахождения. Что нужно для этого сделать? Заявление избиратель с 25 июля по 5 сентября включительно сможет подать тремя способами. Через территориальную избирательную комиссию города Мытищи, которая располагается по адресу Новомытищинский проспект, дом 36/7, кабинет 123, 120 и 115, и по адресу Новомытищинский проспект 30/1, кабинет номер 1, также будут работать два пункта приема заявлений. Через многофункциональный центр, расположенный на улице Карла Маркса, а также в микрорайоне Пироговский и в селе Марфино. График работы многофункционального центра в соответствии с их нормальным рабочим графиком. То есть с 8:00 до 20:00, а выходные праздничные дни – выходные. И третий способ подачи – это через единый портал государственных и муниципальных услуг. Еще раз напомню сроки. С 25 июля по 5 сентября включительно.